Так, друзья, всем привет, настал новый день, не помню уже какой по счету, но пока жду помпу, она придет еще не скоро, еще 3 дня ждать. Занимаюсь не спеша автомобилем. В общем, купленный вчера распределительный вал, я сегодня доработал. Не доработаешь, не поедешь. У нас в России только можно доработать российскую деталь одним инструментом, это напильник. Только разными напильниками, но одним хрен напильником. Смотрите, все вот эти вот кромочки, заусенцы, вот так вот я прошелся. Раз, два, везде, везде, везде. Потом вот этим напильничком прошелся здесь, получается. Вот так вот, чтобы полукольца не стачило вот этим острым краем необработанным. Здесь прошелся кулачки. Вот здесь вот, особенно вот где рабочая поверхность, кулачки прошелся. И потом все это дело отполировал на войлочном круге. Итак, народ, закрутили распредвалы. Далее нам необходимо проверить, как они вращаются. Для этого берем вороток. Крутим. Вращаться должны легко. Вот, сама встает при усилии пружины клапана. Вот, вращается он легко, я его проверял без гидриков. И также этот у нас, вот он как подпружинивает его пружины, и он встает на свое место.